Сейчас я хочу рассказать вам о сервисе кэшбэка, который называется Letyshops. Я делал это видео специально для тех, кто задавал мне вопросы, как им пользоваться, потому что во всех своих видео, в описании к видео вы могли заметить, что я оставляю ссылку на Letyshops, чтобы вы регистрировались и делали покупки в интернете и получали процент от каждой покупки назад себе на карту, там номер телефона, ну или в общем просто получали деньги обратно. Итак, это сервис Letyshops, один из лучших сервисов кэшбэка в российском интернете, по крайней мере я им пользуюсь уже несколько лет. Для того, чтобы начать работать, нам необходимо зарегистрироваться, мы заходим на сайт, нажимаем кнопочку регистрация. Здесь можем зарегистрироваться разными способами, я как регистрировался, так до сих пор пользуюсь способом входа через социальные сети. Итак, после того, как мы зарегистрировались, у нас открывается личный кабинет, заказы и финансы, вывод средств и Letykoды. Настройки профиля еще здесь, по-моему, есть, да. Для того, чтобы начать работать, нам необходимо заполнить личную информацию всю. По-моему, это будет сразу же после регистрации. И необходимо сделать очень важную вещь, с помощью которой мы сможем получать деньги назад. С помощью которой вообще этот сервис будет работать при покупке вещей в магазинах. Нам необходимо скачать и установить расширение в браузер. Для того, чтобы это сделать, мы заходим на любую страницу сайта Letyshops или ставим в самый низ. Здесь у нас есть полезная ссылка «Расширение для браузера». Вот здесь вот. Нажимаем. И вот у нас появляется страница с инструкцией, как покупать, которую я сейчас вам расскажу, в принципе. И здесь мы можем установить расширение. Дорогие друзья, почему-то по неизвестным причинам расширение недоступно сейчас для скачивания для Google Chrome. Оно доступно для Safari, Firefox и Opera. Но я уверен, что спустя время эту проблему решат. И для Google Chrome снова сделают расширение. По крайней мере, оно у меня стоит и оно у меня работает. Это самое веселое. Вот. И в принципе на других браузерах все будет выглядеть точно так же. Поэтому после установки расширения мы, значит, имеем. У нас появляется вот здесь, вот справа в верхнем углу, вот такой вот значочек. Типа монетоприемник, это логотип, да, монетоприемник, в который кладут монетку. Логотип кэшбэк-сервиса Letyshops. Итак, для того, чтобы получать кэшбэк во время покупок, нам необходимо проделать следующее действие. Допустим, заходим мы на AliExpress. AliExpress, вернее, список магазинов, на которых, с которыми работает Letyshops, есть вот здесь вот. Вот, здесь есть 1179 магазинов. Допустим, нас интересует какой-нибудь связной. Да, мы вводим его, проверяем, есть ли этот магазин в списке. И если он есть, то, соответственно, в нем кэшбэк будет работать. С сайта кэшбэка можно сразу перейти в магазин, и кэшбэк начнет работать. Вот. Я же перехожу, допустим, не через сайт, а просто захожу на AliExpress. И у меня вот здесь сверху есть тот самый значочек расширения. Для того, чтобы начать с ним работать, нужно на него нажать левую кнопку мышки. И здесь появится вот такое вот окошечко. Им очень удобно пользоваться. Вместо того, чтобы заходить на сайт, можно просто через расширение выполнять все функции сайта. Вот. Здесь есть магазины, акции дня, приведи друга. Вы можете вот так вот перейти на сайт в личный кабинет, если нажмете на аватарку в этом расширении. Вернее, в окне расширения. Вот, и когда вы нажимаете один раз на расширение, у вас появляется кнопочка «Активировать кэшбэк». Нажимаете на кнопку «Активировать кэшбэк». Вот так вот появляется такая страница, которая исчезает через 3 секунды. Вуаля, кэшбэк активирован. Во время того, как кэшбэк активирован, у нас вот этот значочек начинает гореть зелененьким. И заметьте, только в том случае, когда значочек горит зелененьким цветом, кэшбэк вам начислится. Сейчас я прямо перед вами сделаю покупку. Я хочу купить себе футболку с длинным рукавом. Вот. Я активировал кэшбэк. Если я нажму «Проверю», то здесь будет написано «Кэшбэк активирован». Далее я покупаю. Нажимаю «Купить сейчас». И нажимаю кнопку «Подтвердить и оплатить».
нас переносит на страницу, на которой написано «спасибо». И теперь должно произойти следующее. После того, как мы купили, переходим на какую-то другую страницу, мы, да, нам нужно проверить, зачислился нам кэшбэк или нет. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем на кнопочку расширения правой кнопкой мыши, нажимаем «Letyshops кэшбэк сервис», ну, то есть просто заходим на сайт, и вот здесь вот будет написана сумма, которую мы уже получили или которая у нас сейчас находится в ожидании. Когда у вас сумма находится в ожидании, она горит серым цветом. И когда на нее навестись, будет написана сумма кэшбэка, которая будет доступна для вывода. А желтеньким светом написана сумма, которая уже зачислена и ее можно снять. Если мы нажмем на сумму, здесь у нас появится дата и описание заказов, которые мы когда-либо совершали. Как видите, у меня их очень много, вот, потому что я постоянно покупаю с помощью Letyshops и получаю кэшбэк. Вот. Как вывести средства? Для того, чтобы вывести средства, мы заходим на, ну, во вкладку «Вывод средств», и здесь есть разные способы вывода средств. Единственный минус, ну, это можно назвать минусом, да, хотя, в принципе, ничего страшного в этом нет, минимальная сумма вывода составляет 500 рублей. То есть для того, чтобы нам сделать вывод, нам необходимо сначала накопить на балансе 500 рублей, а затем, произвести только после этого, мы сможем сделать вывод. В Letyshops есть очень интересная программа лояльности, когда мы покупаем через кэшбэк-сервис Letyshops, у нас меняется статус нашего аккаунта. Когда мы покупаем вещи на сумму 500 рублей, вернее, когда на нашем аккаунте появляется кэшбэк на сумму больше 500 рублей, сервис Letyshops дает нам плюс 10% к базовой ставке кэшбэка. То есть, допустим, изначально, когда я покупал, когда я не накопил кэшбэк на 500 рублей, моя ставка кэшбэка в Алиэкспрессе была 3%. Когда я накопил кэшбэком более 500 рублей, моя ставка увеличилась на 10%. То есть здесь написано, видите, здесь раньше было написано 3%, теперь здесь 3,3%. Вот. И это очень веселая программа лояльности, потому что со временем можно дойти до 30% к базовой ставке кэшбэка. Это очень удобно и приятно, на самом деле. Вроде бы кажется, что это не так уж, не такие уж и большие деньги, но это просто приятно. Ты с каждой покупки реально возвращаешь себе деньги.